Сегодня обучаться в Беларуси – это прежде всего спокойно, качественно, престижно и максимально доступно не только для русскоговорящих студентов постсоветского пространства, но и ребят из стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. В связи с новым учебным годом и вновь прибывшими студентами была запланирована встреча, в рамках которой правоохранительные органы и руководство университета ответили на важные вопросы пребывания иностранцев в нашей стране. Каждый учебный год у нас начинается с хорошей нашей традиции, которая у нас, администрация этого учебного заведения, уже давно завелась. Извините за такое грубое слово. Мы приходим и рассказываем, потому что приезжает много людей из других государств, у них другая культура, у них другие обычаи, у них другие традиции, другое где-то мировоззрение. И наша задача совместно с учебным заведением, с представителями всех организаций, которые были на данном мероприятии, провести определенную работу, в том числе профилактическую. В ходе встречи студентами были получены ответы на вопросы, когда и где им можно зарегистрироваться, что делать, если к ним приехали родственники, порядок пребывания на территории пограничной зоны и многое другое, что может понадобиться в чужой стране. Ведь основная миссия приглашенных гостей, кураторов, педагогов – помочь адаптироваться ребятам к новой жизни вне дома и сгладить различия менталитетов. На экономическом факультете обучается основная масса иностранных студентов. Мы пытаемся им привить не только любовь к учебе, но и любовь к Республике Беларусь. Конечно, если брать по составу, большинство это студенты из Китайской Народной Республики, и в обучении мы также учитываем менталитет данной страны. Что касается образовательных технологий, то мы пытаемся их обучить технологии критического мышления, проектного обучения, очень активно применяем кейсы в обучении. Следует сказать, что это старательные студенты. У них есть такое качество, как уважение к преподавателю, к тому месту, где они находятся. Встреча получилась очень информативной и, самое важное, доброжелательной. Ребята ловили каждое слово и с пониманием отнеслись к советам сотрудников правоохранительных органов. Было ясно, что каждый поступивший в университет сделал свой выбор сознательно и с полным пониманием ответственности за себя в чужой стране. Скажите, пожалуйста, какая у вас специальность и почему вы выбрали именно этот университет, эту страну? Can you tell what major do you have here in university and why did you choose this country and this university? Well, I'm now studying at the first semester in this university. I'm studying artificial intelligence, or you can say it. This university was one of my friends that gave me the invite to this university, and he was studying here also. Я сейчас учусь на первом семестре по программе искусственный интеллект. Я выбрал этот университет, потому что у меня были друзья здесь, которые сказали, что выпускники этого факультета, они создали какую-то игру, и я был впечатлен этим. И также мой друг, который учился здесь, он пригласил меня, поэтому именно сюда я и приехал. У нас преподаватели очень помогают, всегда у нас есть помощь. Никогда не чувствовала, как иностранная здесь. Всегда у нас была помощь. Здесь очень удобно, очень спокойно, хорошо для учебы. Как студент, мне нравится, что Брест очень удобное и спокойное место для студентов. И исторические места. Виктория Гапутина, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.